проверим сейчас, какие батареечки взял. Вчера вот такие, космос, никогда не покупайте такие батарейки. На один час там хватает, на два. Выбрались опять на металлокоп. Сегодня погода не очень. Не знаю, даст, нет, покупать. Обещали дождик. Там нашли кусочек троса. Здесь вот очередная находочка, что-то брякает. Да, доставай уже рукой вон сверху. Да, рукой достань. А, вон этот напильник. Идем по лесу, по дороге тракторной. Там потом не забыть, считай находки, посередине будем ложить. Вторая, две находки не забыть надо. А что-то... О, нормально. О, наконец-таки. Железный какой-то. А, что-то знакомое. Не могу вспомнить, где я это видел. То ли кривой заводить, то ли что. Ну, она пойдет. Дождик, блин, усилился. Пец, обещали в обед, он начался уже утром. Банк. Ты что, не там копался, да? Чуть-чуть так промазал. Вот, камень. Нормально, привет, находочка. Хоп, находочка, тросик. Большой, нет? На, давай, решки. Во, во. Нормально. Пойдет. Давай, потом скручу. Варежки идем. В лесочке на пятачок какой-то нарвались. Есть тут пару сигналов. Вот такая еще деталюга. О, этот хруст безе, это обожаю. Не, в бок маленький, мне кажется. Сбоку, да? Вот здесь где-то, нет? Вот. Давай. Такая же, может, пластинка, как которую я спал. Такой. Подальше отступи. Ты найди, где начинается она. О! Что-то толстенькое, что-то. Или это... на металлическом нет. Может, трактор? О, квадратненько, квадратный, что-то хоть бы цельно металлически была. Вот такая вот вся тут в лесу полета. Вход в бункер. Вот поднять через отсюда, поднять, попробуй. Нифига, да куда она идет? Давай дальше еще. Ну-ка, с этой стороны покопай. Сейчас одну сторону покопаем. Вот это ты нарвался. Вчера я лист плиту нашел, сегодня ты. О,
Ладно, достанем, покажем. Вот такая вот оказалась плиточка. Ни хрена, вот так. Ну-ка, взвесим. О, нифига. Ну, 15. Пятнашка точно есть. Может, 20 даже. Ну-ка, подними сам. Продегустируй. Продегустируй свою находочку. От чего это, я даже не знаю. Что такое? Пишите в комментариях, кто знает. Мохнатушечка. Спит. Ханька. А, бери лопату. Давайте, все, укроем листочком. Все отдыхает. Кто-то всю поляну гвоздями закидал. Хорошими, кстати. На 200 или какая-то. На 200. Бумеранг. Давай я отрублю. Руку тебе отрублю. Ты не отруби. Давай, давай, подними. Вот. Такие штучки видел где-то. Не помню, от чего это. Нормально. Обручальное кольцо. Нормально. Чай есть? Она, кстати, тоже похрустывает что-то. Потерял где-то. Подковка. Проволока, согни, если сможешь. Че там у тебя? А, топорик. Кстати, я тот топорик нашли в прошлый раз. Это я его нечаянно сдал. Хотел же себе оставить там новый, почти что был. Ну, это такой среднего изношества. Более-менее. Тут покос какой-то был, наверное, да? Что-то делали тут. А вот вторая подковка в этой же ямке. Разулась лошадка, видать, в одном месте. Вот еще одна подкова. Вот такая вот вешалка, как видимо, старинная. Интересно, прицепная какая-то от телеги, видимо, вот здесь доски шли, загнуло. Так, крючок, ну, вот, телегу цеплять или что-то. Здесь, видимо, покос был старый. Подковы еще лошадиные. Запчасти там такое. Вручную, видимо, на лошадях еще когда косили. Еще одну нашел вешалку. Нормально. Нормально. Она наверху лежала, да? Такая вот связочка с этой полюшки.
Да слава богу, куда-нибудь. Ну, килограмм 6-7. Еле дотащили. Ну, килограмм 30. Может, лишним есть. Загружаем, да. Дальше посмотрим, что. Обеденный перерыв. Каша гречневая с индейкой. Печенюшечки. Приятного аппетита. Спасибо. Очень удар острый. А майонезик есть? Ну сейчас можем в машину пойти. Пошли. Рекомендуется употреблять в разогретом виде. Ты что, печенюшку вместо хлеба ешь? Ну да, тесто то же самое. Не, разные. Ну так, деревья долго растут. Лошадь как будто откинул. Вот деревня тут. Посмотрим рядом что-нибудь. Вы помнил, куда я кинул? Сюда кучку делай, если что. Да. Всем привет! На очередном копе нашли, ну, по крайней мере, пытались найти старую УЖД. И вот уже нашли находочку. Вроде как по пути правильно выбрали. Быстро попробуем, сейчас еще поищем. Если что-то будет, показывать будем. Утро сегодня вроде нормально, дождя не обещали. Забурились вообще далеко от города. Заброшенная старая деревня, железная дорога здесь была, походу, в 52-м году. Лес возили. Ну точно, и место еще не выбито, походу. Вот. Такие запчасти попадаются. Это по-любому от железной дороги. Обалдеть. Вот это мы попали. Сейчас будем искать. По-любому где-то остались запчасти какие-то. Нашли вот кольцо стояло. И это. Походу уже выкопанное. Припоздали, наверное, немного. Ну не знаю, посмотрим, что-то не особо находок. Так. Килограмма 3 пока набрали. Отошли метров 200. Ну, показывай, что это за фигня. А, ну это нормально еще. Пойдет. Потом не найдем. Кто находит находку, тот потаскивает мешок. Как-то я пропустил. Нет. Может, старая тут линия походила еще какая-нибудь. Такие вот еще попадаются. Постоянно плюшки.
Это номер 7552. Это колесо от телеги. Вот один. А лошади на телеге. Как его только гарфилет пойдет. Куда без них? Там у тебя пробка. Пробку он откопал. Мне кажется, банка. О! О! Траки пошли пачками. Это не знаете, сзади трюга. Резиночка целая. Нормально. Пошли находочки. Тут есть дерево. Твоя очередь. Мешок вести. Самолет быстро летит. О, вон, смотри, как близко. Я так не видел. Близко, что прилетал. Еще одни плоскогубцы. Почти новые. Птички поют. Что это там? Камень? Нет, тебе кажется, наверное. Нифига. Давай посмотрим. О, точно. Подкладка, походу. Ну попробуй ты куда-то. Уже она тут же рядышком маленькая. Вот. Вот отсюда зацепи, с этого бока. Ну. Нормально. Ну вот, я говорю, вот такие попадаются подкладки вроде как это. Дырок нет. Есть, вот они здесь сбоку. Нет. Вот. Ага. Нормально. Вот такие бы получше было бы. Тянь. Нормально весит. Да, пришли к машине сейчас. Пообедаем. Да, обратно. Килограмм 30, наверное. Может больше набрали уже. Время 11 часов. Со скольки мы? С 11? Ой, с 8? Ну да. Картошечка он сегодня у нас. Обзор на еду сделал. Картошечка, лучочек, редисочка, яичечки, все по-простому. Машина стоит. Сюда ушли. Вот местечко, пикник на природе.
Ты хочешь? Или я обычно по этому бабу так. Там мне нельзя быть. Это уже вторую нашли такую вот шапочку гномика, называем их. Тут помимо железной дороги точно еще проводная шла дорога. Разбить. Пойдем разобьем вот это. Такое же. Пойдем. Разобьется, да? Ну такие детальки тоже неплохо, да. Она все разлетелась. Готовенько. Ну такая сколько здесь. Вот что набрали, подкладочки там. Вот так вот, понятно. Килограмма. Вот, 10, может. Какая ямка. Землянку можно здесь строить. Уже готова яма, копать не надо. Крышу так и сделать со стенами. Да не. Тут от дороги уже километров 5. Гвоздичек. Короче, что-то вообще глуховато. Одни вот такие вот костыли или как они там железнодорожные. Больше всего попадается. То ли так хорошо забирали все, когда же ЖД дорогу убирали, то ли уже почищено. Да. Вот бы это полная куча была гвоздей, хотя бы этих. Полная яма вот этих гвоздей. Вот сюда кидай вот что-то в катушку. Или вот такие гвоздики-то получше было бы. Ну, ЖД, значит, по-любому было. А ну такой какой-то колонн-то это. Старенький. Не современный, не совсем современный. Нормально. Гена. Точно пластина? А, вот отсюда поддень. Вот, а, вот она туда. А, она туда уходит? Вот отсюда поддень, говорит, и она вытащится. Ага, прикинь. Ты воткни лопату туда. Там мешок. Да нет, да ты нафиг ты камень-то. Так вот потому сюда. Что видишь, вот тут нету вот. Щелки. Втыкай лопату вот так. Давай, давай, давай. Ну. Дави. Поддевай. Дави, поддевай.
О, пошла родима. Нормально. Еще одна подкладочка. Молодец. Огурец. Мы на этом пятачке уже тут сейчас колупаемся. Подкладок вон набрали сколько всяких. Всякие разные подкладки. Такие. Опа. Нифига уже тяжелая. Не знаю, сейчас на глаз взвешу. Ну, 25 день плюс-минус. 20-25 килограмм с этого кусочка наколупали. А мы идем, там уже полкилометра практически ничего не было. Болтички одни эти, гвоздички. Уже расстроились. А тут поперло. Все, уже собирались уходить. Подарочек напоследок. Крюк какой-то. Вот. Прицепная от поезда, наверное. Весомая. Килограмма 2-3. Точно есть. Блин. Уже идти надо. Но оторваться не можем. Азарт. Да. Все. Закончили на сегодня. Под конец вообще порадовал. Обалдеть, сколько. Металл есть добротный. Тут еще не знаю сколько. Там в машине уже унесли одну партию. Сейчас будем выходить. Сколько намотали сегодня? Километров 7. 7 километров? 7 километров по этой дороге. Уже да. Ну вот, где-то. Потом взвешиваемся. Сдадим. Узнаем, что там, почем вышло. Сколько. Алло.